Всем-всем доброе утро. Мы с Бертушкой идем в парк. Сегодня Берта вот в таком у меня положении. Помогает. Берта, покажи свою игрушку. Несет. Идет сама. Она дорогу знает. Знает, где надо идти. К людям не подходит. Соответственно, я еще и дорогу осматриваю. Пошли, Берта. И Берта осматривает. Вот, Берта очень боится велосипедистов и самокатчиков. Были два случая, что один раз велосипедист проезжал мимо Берты, ну, парнишка. И специально, я думаю, он около Берты какой-то начал на дыбы велосипед поставил, такой шум, грохот, ляск. На дыбах стоит велосипедист. Берта, конечно, посмотрела на это дело и напугалась. Не до такой степени, что она прям боится. Нет, просто когда видит... Пойдем, Берта. Велосипедистов, она, если прямо на нее едут, она в сторону отходит. Гавкать она на них не лает. Облайку, то есть, не делает ничего такого. Ну, наверное... Берта, туда пойдем. Думает, среди таких велосипедистов... Берта, нет, сюда, Берт. Пошли. Есть дураки. И смотрю я на животные, иногда на животных, иногда думаю, что они намного умнее некоторых людей. Вот. Ну и самокатчик тоже какой-то там был такой случай. Тоже решил собаку напугать, наверное, ну, мальчишки. Или спровоцировать на что-то. Берта тоже отшарахнулась. Берта, иди сюда. Отшарахнулась в сторону. Ну и теперь таких... людей на велосипедах, самокатах она обходит стороной, но и не агрессирует в то же время. Не боится, не агрессирует, просто остерегается. Ну что поделать, если есть такие люди еще. Да, Берта? Вот. А так вообще ни на что она не реагирует. Бертуш, иди вперед, все можно. Люди ее не боятся. Ну, по собаке видно, что она как ведет себя. Я думаю, даже в ролике. У Берты заметили под лапкой. Берта, пойдем сюда. Подожди, там нет машины. Зелененькое пятнышко. Делаем обработку. Пойдем. Вот она рядом идет со мной. Команды никакой рядом не сказала ей. Просто она знает по моим жестам и по местам, что надо идти возле меня. Аккуратненько. Иди вперед. Иди, можно. Идем мы с Бертой в наш парк, как обычно. Покормим сейчас Белочку. Пойдем поищем сначала. Там у Берты подружка Белочка есть. Не совсем подружка, но такая Белочка, которая ее не боится. Заодно вам показываю так наши местечки. Какие. Иди вперед. Осень в самом разгаре, в окончании, даже можно сказать, уже и заканчивается. Иди сюда, Берта. Иди сюда. Пошли. Прижмись ко мне. Хорошо. Так как у нас дети, лучше пристегну. Берта. Лучше я ее пристегну. Чтобы родители, мама там идет с ними, не боялась. Сейчас, секунду. Берта. Ой. Все. Тягушку выплюнула. Держи свою тягушку. Идем дальше. Вот такая у нас статуя. Я уже в каком-то ролике показывала. Здесь у нас детский садик. Вот такая вот статуя барана какого-то. Вот это у нас... Барбарис, по-моему. Там были ягодки. Там где-то, сейчас, секунду, вон барбарис растет. Там дальше. И там немножко мы прошли. Тоже барбарисовые деревья. Вот они. По-моему, еще барбариска есть. Да. Берта, стоять. Вот барбарис. Наверное, видно, да, ребята?
Вот у нас здесь, возле садика, барбарисовые деревья растут. Вкусно очень. Кисленькие. А, ты куда пошла? Укололась? Держи, Берта. Берта, тягушка. Держать. Вкусный барбарис. И вот еще большие деревья. Ну, кустарнички крупные. Пойдем мы сегодня еще белку поищем. Мы для белочки взяли сегодня грецкий орех и яблочко порезали. Грецкий орех она кушает хорошо. Вот яблочки посмотрим. Вот такая красота. Там вон церковь у нас. Детки гуляют. Ну, вон туда, вон между домов. Там вот где небо голубое, нам туда в парк идти надо. Мы с Бертой пришли в наш парк. Берта, пойдем. Смотри, какой барьерчик я нашла. Лишь бы там стекол не было. Берта, смотри. Ой, тут не пролезть, конечно, такие палки. Ой, тут стекла, Берта, пошли. Хотели попрыгать, там стекла. Кто-то здесь распивает спиртные напитки в стеклянных бутылках. И бутылки разбивают, хулиганят. Ах, нехорошие. Листики с большинства деревьев уже облетели. Вот такие стоят лысенькие. У нас сегодня тепло. Такой небольшой ветерок. Дерево шуршит на ветру. И солнце. Сегодня нам обещают плюс 17. Но посмотрим. Вчера было 15 градусов. Белочку мы ходили, искали, так и не нашли. Белочка наша еще не гуляет на своем месте, где-то бегает. Пойдем, Берта, на площадку. Вот там кто-то пришел, вон. Что там за беляш бегает? Ретривер. Пойдем, Берта. Берта. Берта, пошли. Берта. Что там любопытного нашла? Пойдем. Поляна пустая, только вот одна собака. Кто там, Берта? Иди посмотри, кто там. Ты его знаешь? Пойдем. Там еще кто-то пришел. Берта, ну-ка иди на разведку. Иди смотри, кто там. Скажи, собаки мне что-то неинтересно. Пойдем. Где определим место наше, Берта? Ага. Кто там у нас, Акита, что ли? Кто там? Акита? Так, ладненько, будем мы с Бертой заниматься. Бегать, гулять, играть. Да, Берта? Иди к собаке, поздоровайся. Берт, пойдешь? Ваша кусается? Берта, иди сюда. Вот собака кусается. Так, пойдем, Берта.
Вот мы наше место определили. Берта у меня вот далеко-далеко. Видите? Видите. Хорошо, Берта. Будем сейчас командовать на расстоянии. Я еще маленько отойду. Голосом и жестом подавать команды. Стоять. Хорошо. Сидеть. Хорошо. Стоять. Видно, да? Лежать. Отойдем еще подальше. Хорошо лежать. Сейчас еще дальше отойду и попробую. Надо погромче, наверное, говорить ей. Ветер небольшой шумит. Где собака наша? Берта лежит на месте, где оставили. Стоять! Хорошо. Так, телефон подальше. Сильно громко кричать не буду, а то я вам, наверное, в уши кричу. Будет мне в помощь жест. Я же голосом и жестом подаю. Сидеть! Хорошо. Лежать! Хорошо. Стоять! Лежать! Хорошо. Так, теперь команду ко мне с командой, Берти. Ко мне! Вот наш ученик. Рядом. Хорошо. Место. И отправили на место. Наше место. Хорошо место. Гуляй. Теперь команда гуляй. Сейчас вам покажу, как собака. Хорошо, Берта. Гуляй. Гуляй. Обход большой. Сейчас мы прерываем команду. Вот Берта носится. Место. Другая команда. Собака выполнила команду место. Видите, как хорошо выполняет. То есть, если какая-то ситуация непредвиденная, я могу ее в любой момент отправить на место. Гуляй! Место! Хорошо. Стоять. Умничка. Хорошо. Гуляй! Молодец. Берта, сидеть. Вот небольшие такие команды вам показали. Кто там идет? Хорошо сидеть. Сейчас мы же собачку вам покажем еще, какую не увидим, увидим. Берта, гуляй. Пойдем гулять. Там кто-то идет. А проходила сейчас, видели Акиту до этого. Сказали, что она бросается. Ну, очень плохо, что люди не учат собак правильной игры, правильному поведению с другими собаками, с другими людьми. А бросается, я так поняла, на собак она только. Ну, плохо очень. Ну, ладно. Это их проблемы. Апорт. Так, теперь колечко. Сейчас, Берта, мы уже такие игры играли. Фу! Ап! И колечко. Ой, тарелка. Ой, Берта, криво, косо кинула. Да, я в телефон гляжу тут. Еще надо кидать тарелку правильно. Хорошо. Берта увидала собачку. Не знаю, собачка кидается, не кидается, на поводке идет. Давай играть. Опа! У меня тарелка. Тарелка Берту влечет. Берта! Оп! Оп! Ой, Берта, не получилось. Хорошо, давай сюда. Дай. Берта! Оп! Стоять! Сейчас будем пробовать кидать Берте. Просто оп! Молодечек. Хорошо. Стоять!
Так, назад иди. Назад. Назад, Берта, назад. Еще назад. Назад. Стоять. Назад. Пошла, пошла. Назад. Назад. Хорошо. Стоять. Сейчас попробуем кинуть. Оп. Ай, молодечек. Ой, молодец. Давай сюда. Хорошо. А вон наша веревка, не хочешь? Ой, голос что-то хрип. Нордика нет у нас висеть на вот этой веревке. На таком прекрасном хвостике веревочном. Берта, не будешь? Берта зубы бережет. Делали операцию мы ей на клык. Берта, будешь? Ап! Нет, я ее не буду заставлять. Жалко мне ее. После операции мы еще лечили. Еще потом додергивали после операции. Там не все было убрано у нас. Так вот получилось новообразование какое-то еще осталось костяное. Поэтому так, теперь у нас Берта. Берта, сидеть. Хорошо. Теперь у нас такая тягушка. Хваточку. Хоп. Хоп, молодец. Хорошо. Захватила, хорошо держит. Останавливаемся. Дай. Дай, хорошо. Оп. Оп, молодец. И побежала на место. Иди, стягушка, на место. А что ты легла? Я же тебя не отправляла. Ах ты моя послушница. Гуляй, девочка. Вот такая Берточка. Ладненько, ролик мы заканчиваем наш. Берта, делай своего зайку красивого. Всем хорошего дня. Скоро выходные. Сегодня четверг. В пятницу отработаем и выходные. Всем хороших предстоящих выходных. Крепкого здоровья. Всем хорошего дня. Пока-пока. Приходите к нам еще.